Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о том, как сделать себя популярнее. Сегодня я увидел одно интересное сообщение, в котором было написано техподдержка, типа говорит вам о том, чтобы вы не раскручивали свою страницу ВК, а лучше сделайте себе сообщество, группу или паблик, публичную страничку, и раскручивайте ее. Вот, если они так говорят, попробуем сделать такое. Создать сообщество. Название – это ваше имя и фамилия. Я вот так вот напишу. Вот. Делаем это публичной страницей. Нажимаем «Создать сообщество». Далее выбираем «Известная личность» или «Коллектив». И я являюсь официальным представителем. Да? Можно даже почитать еще правила пользования сайтом. Что здесь такое интересное? Значит, тут есть разные сводки правил, их можно тоже почитать. Обязанности пользователя ВКонтакте здесь есть, да. Разные правила, еще условия об интеллектуальных правах. Много разных пунктов, их всего 9, да. Заключительное положение. Да, вот. Припустим, мы это прочитали, согласились, нажимаем «Создать страницу». После этого создается вот такая страничка. Но первое, что нужно сделать, это написать название. Да? Если вы уже написали, то молодец. Далее нужно обязательно изменить адрес, чтобы у вас не было паблик и номер. Это ужасно. Вы можете, например, написать что-то на латинском языке, то есть на английском, на латинском шрифте. Да? Например, Алекс Масавич. Адрес уже занят. Интересно. Да, если два нижних подкресления, адрес свободен. Хорошо, категории. Ведущий, служащий, духовное лицо. Не, не духовное лицо. Журналист, критик, общественный деятель. Общественный деятель нет. Политик, предприниматель. Ну, в принципе, можно так поставить, да? Если вы предприниматель. Если вы певец, певица, поэт, продюсер. Ну, я, в принципе, поэт, да? Продюсер, режиссер, танцор, творческое объединение, хореограф, художник, персонаж, музыкант, музыкальная группа, модель. Определимся, ну, пускай будет поэт, например. Да? Здесь можно написать описание сообщества. То есть, например, вот моя страничка, да? Вот, например, я вот это вот, и с хэштегами обязательно. Вот это все, как рекламку, да? Скопирую себе сюда, вот сюда. И будет оно здесь. Тут можно вставить свой веб-сайт, если у вас таково имеется. У меня, в принципе, есть. Если это www.alexpoems.ua.blogspot или лучше свой YouTube канал подкинуть можно. Если я ничего не напутал, значит это правильно. Далее можно указать свой день рождения. 6 февраля 1990 года. Комментарии можно включить или выключить. Экспорт в Twitter можно настроить. Но для этого нужно авторизоваться в Твиттере. Я это сейчас делать не буду. Далее. Дополнительные разделы. Это ссылки, фотоальбомы. Можно добавить видеозаписи, аудиозаписи. Например, если вы музыкант, будете добавлять свои аудиозаписи. Обсуждение мероприятия. Обсуждение можно добавить. Места, где вы были, где вы будете, где вы есть. Контакты. И сохранить. После сохранения вас закидывает вот сюда. Здесь вы видите, что здесь биография. Да? Что-то меня выкинуло. Интересно. Группы. Чтобы посмотреть, заходите в управление. Здесь у вас есть список ваших групп. Вот, это ваша группа. Ну, в данном случае моя, да. Здесь вот биография получается, это ваш веб-сайт. Можно, кстати, проверить, работает ли он. Да, возвращаемся назад и видим здесь, что здесь можно загрузить фотографии, добавить произведение, разместить что-то, рекламное объявление, таргетинговая реклама, да, рассказать о новостях, добавить мероприятие даже можно. Тут можно добавлять ссылки, фотографии, видео, аудио, обсуждения, места. В общем, все, в принципе, как в стандартной группе, но это паблик. Можно о нем рассказывать друзьям, но сначала давайте загрузим какую-то фотографию. Для этого мне нужна моя фотография. Так, сейчас.
Ну, например, вот что-то вот такое. Вот здесь я есть. Вот. Можно вот так сделать, да. И сохранить изменения. Вот. Вот теперь это уже, можно сказать, полноценная страничка, которую можно распространять. И, например, заходим в управление страницы. Это главное админ управление, да? Понимаете? Можно все то, что мы вот сейчас сделали, изменять и нажимать после этого кнопку «Сохранить», и оно сохранится. Далее. Можно посмотреть участники и руководители. Если вы один руководитель, значит, это хорошо. Если у вас много руководителей, это еще лучше, потому что вы понимаете, чем больше руководителей, тем больше активность группы. Далее, здесь черный список, можно будет добавлять людей и ссылки, которые можно добавлять. Например, значит так, вот эту ссылку, alexpalms.ua, я сейчас закину сюда. Добавить ссылку, мы нажимаем, и здесь, вот да, вот Вирши Масаевич Алексей. Это по-украински, как вы понимаете, если не понимаете, то это ваши проблемы. Также можно. Также можно заходить на YouTube, на свой канал, и вот его тоже продвигать здесь. Вот сюда добавляете ссылку и нажимаете «Добавить ссылку». Если не нравится вам название, которое вот здесь, то можете его переименовать. Например, YouTube канал. Вот, если вам название не понравилось, вы можете его изменить. Например, здесь был Алекс Масевич, да, Масевич. А вы можете написать YouTube. Или, например, здесь по-русски, по кириллице написано, а вы можете написать по-латински Алекс Масевич. YouTube channel. Вроде так. By. То есть кого? YouTube channel by Алекс Масевич. Добавить. Ну и, в принципе, вот таким способом добавляются ссылки. Видите, уже две ссылки. Вот, это были ссылки, черный список, участники, информация. Возвращаясь сюда, мы видим, что здесь все-таки все можно изменять. Но можно добавлять таргетинговую рекламу, видео и так далее. Вот добавить фотографии, например. Нажимаете «Добавить фотографию». И там, например, добавляете фотографию. Вот. Это все примеры, конечно. Я в прошлом, можно написать. Я в прошлом. И нажимаете «Сохранить фотографии». После этого фотография сохраняется в основном альбоме, да, можно также добавлять альбомы. Вот, видите, уже 51 подписчик. Вот, я в прошлом. И вот здесь фотоальбом есть, да. Например, в видеозаписи. В видеозаписи можно добавлять как свой файл, выбрать файл, да. Так можно выбрать из моих видеозаписей, например, да, если это какое-то обучение или что-то такое. Так, сейчас попробую найти здесь свое видео. А, здесь есть оно. Вот, например, это полиглот. Урок один. И добавить ролик еще один раз из моих видеозаписей. Тоже. Полиглот. Урок 2. Добавил. Вот, в принципе, добавил. Здесь уже должны быть два видео. Вот, видите, уже даже высвечиваются два видео. Здесь будут два последние видео добавлены, высвечиваться. Или три. Вот. Также можно добавить аудиозаписи. Какие хотите, добавляете аудиозаписи. Можно, вот видите, выбрать файл и выбрать с компьютера, да? Или выбрать из моих аудиозаписей из поиска. Вот, например, вот тут у меня есть что-то такое интересное. В общем, в принципе, ну, например, это йога, да. Ее можно добавить. Индийские раги, они помогают, зрение улучшают. Вот. Здесь у нас две ссылки, одна фотография, две видео уже, одна аудиозапись. Можно добавлять обсуждение. Ну, и тут контакты внизу написаны. То есть, люди, которые управляют... Ага, наоборот, нужно сделать побольше. Люди, которые управляют сообществом, вот, например, я, да. Вот. И, в принципе, все. Вот таким образом это делается. Также можно добавить мероприятие, например, да, добавить мероприятие, написать название, там, например, встреча, да, встреча, описание события, встреча
сегодня. Вот. Ладно, тогда изменим все-таки, чтобы было 14, например, и нажимаем создать событие. И после этого будет встреча. Закрываем ее. И можно увидеть где-то, что будет встреча. А вот, видите, одно мероприятие, встреча. Нажимаем на него. И нас перебрасывает на встречу. Тут можно дополнение давать. То есть записи, фотографии загружать и так далее. Ну, в принципе, я думаю, вам принцип понятен. Что хочу еще сказать. Подписывайтесь на мой канал, если видео понравилось. Ставьте лайки, то есть внизу под видео есть такой палец вверх. То есть, если видео понравилось, да, и здесь увидите еще много интересных видео, да, на украинском, русском, польском, английском и немецком языках. Спасибо за внимание и до свидания.